Чертова заимка. На печи закипел чайник, бодро выпуская струйки пара из изогнутого носика. Седой, но совсем еще не старый мужчина снял его, предусмотрительно обмотав раскалившуюся руку тряпицей, а затем водрузил в центре небольшого квадратного стола на деревянную подставочку. На столе уже стояла тарелка пустой овсяной каши, Рядом лежали два кусочка ситного хлеба с сыром. Незатейливый завтрак лесника. Мужчина плеснул в чашку заварку душистого травяного чая и разбавил ее кипятком из чайника. Удобно расположился за столом и уже потянулся было за ложкой, как в дверь постучали. Нетерпеливо и настойчиво лесник выругался под нос, поднялся из-за стола, со скрипом отодвинул табурет, неторопливо прошаркал войлочными тапками по деревянному полу до двери, гадая попутно, кого же это принесла нелегкая в утренний час к дверям его сторожки. Щелкнул замок, дверь недовольно скрипнула, отворяясь. На пороге стоял сам, свежевыбритый, холеный, в противовес леснику, в новенькой камуфляжке, он широко улыбался из-под козырька кепки, той самой улыбкой, которая светит с множества фотографий в газетах. «Доброе утро!» Выдохнул лесник. «Добрая палыч! Не разбудил, надеюсь?» Прогремел гость, хорошо поставленным голосом успешного политика. «Ну что вы, Олег Анатольевич!» Отозвался тот заученным тоном. «Не сплю давно, Завтракать вот собирался. А вы к нам какими судьбами-то?» Палыч кинул взгляд через плечо гостя на новенький внедорожник, застывший на подъездной дорожке. «А ты сам-то как думаешь?» «Хм», — усмехнулся гость. «На охоту, конечно!» Палыч растерянно вытаращился на него, не готовый к такому повороту. «Так ведь это... не сезон же еще!» Промямлил он. Я вас только через месяц ждал. Палыч! Олег Анатольевич скорчил снисходительную гримасу, подцепил лесника за плечо и вытащил его из сторожки на свет божий. «Видишь, я не один приехал, а с очень важным гостем. Важным, Палыч! От этого господина зависит, будут ли деньги в районе. Усек? Лесник нехотя кивнул, разглядывая силуэт, маячивший на переднем сидении машины. А глава района продолжал. «Мы планировали приехать к тебе через месяц, но обстоятельства изменились, понимаешь? Ты уж будь другом, прикрой глаза на свои правила, давай нашего гостя порадуем, а я в свою очередь. Если дело выгорит, тебя вниманием не обделю, деньги из бюджета на твое лесничество выделю. На что скажешь, на то и выделю». Лишь бы они были, деньги, в бюджете. Палыч еле сдержался, чтобы не хмыкнуть с ехицей. Видать, речь и правда о солидном куше, раз глава района перед ним соловьем заливается. В соблазнительные посулы верилось, конечно, с трудом, да и не любил Палыч лебезить и клянчить на всякое. Но отказать самому, да как ему откажешь-то, если он начальник, своя голова – дороже. Ну что ж, раз надо, значит надо. Выдавил против воли лесник. Только ты уж нам хорошую охоту организуй, чтоб все довольны остались. Сможешь? Палыч задумчиво поскреб ногтями трехдневную щетину на щеке и сказал: Тут, километрах в двух, к северу-западу, я лося видел. Вот! не дал ему договорить слуга народа. «Лось? То, что надо!» «Не подстрелят лося?» «Да и бог, так может хоть зайцем каким обойдутся!» Раздраженно подумал лесник, но вслух ничего не сказал. «Позавтракать?» Так и не удалось, Палыч кинул хмурый взгляд на остывшуюся овсянку, накрыл ее сверху полотенцем, сгреб со стола два бутерброда с сыром, завернул их в пакет и убрал в карман, прихлебнул из кружки теплого чая и вышел, прихватив двустволку. Пассажиров в машине оказалось двое, трое, если с самим Олег Анатольевич со своим архиважным гостем и пацан лет 14. До того места, где ты лося видел, на машине можно доехать, осведомился глава района, направляясь к внедорожнику. «Доехать-то можно», — рассудил лесник. «Только мы ж его спугнем. Пешком надо бы». Олег Анатольевич повелительным жестом попросил обождать. Сунулся в машину и что-то заворковал. Пять минут спустя дверцы машины распахнулись, и оттуда вывалились пассажиры. Палыч их из-под тяжка разглядывал, все два километра пути до места охоты. Очень важный гость главы района был долговяз и поджар, шагал уверенной походкой человека, привыкшего быть хозяином положения. Лес, правда, таких вот хозяевов не жалует. Здесь свои законы, человеку не подчиняющиеся. Второй важный гость, пацанчик, лет 14, был, видимо, Отпрыском долговязого, очень похожий внешне на своего отца, он передвигался неловкой, немного скачущей походкой и не выпускал из рук смартфон, водил им из стороны в сторону и бубнил, как умом тронутый. Вот мы и в лесу, ребят, смотрите, как клево, дремучий лес, рил прям какой дремучий, нога человека не ступала. Мы скоро уже придем на место и тогда будет еще интереснее ибо лучше под ноги смотрел, обалдуй ты, малосольный. Уныло подумал Палыч, переломаешь себе жердито и не видать нашему району папиных денежек. Лес встречал их сыростью и обрывками тумана, застрявшего среди шершавых древесных стволов. Лесник предупредил гостей, что для удачной охоты лучше бы сохранять тишину, зверь шума не жалует. Важный для района человек тут же что-то процедил сквозь зубы в сторону своего отпрыска, и тот, недовольно скорчив гримасу, убрал свою игрушку в карман и посмурнел. Обычная прогулка по лесу, без возможности снимать и комментировать каждый свой шаг, нравилась ему гораздо меньше. Палыч ступал осторожно, по рысье. Его гости так не умели, но старались изо всех сил, как могли. Слушая их усердное сопение за спиной, лесник раздражался все больше. Не нравилось ему это незапланированное, на скорую руку организованная охота. Как бы чего дурного не вышло, не понимают эти хозяева жизни, что лес их приказом и желанием не подчиняется. Но лося они вышли внезапно, только что вокруг был лес, сумрачный и безжизненный. И вдруг как по волшебству, среди стволов проступила величественная фигура Сахатова. Палыч сделал знак всем остановиться и замолчать, чтобы не спугнуть зверя. Хотя в тайне он желал как раз обратного. Пацаненок, вот ведь дурилка-то картонный, снова полез было в карман за своим смартфоном, но наткнулся на суровый взгляд бати. Смутился и убрал игрушку обратно. Охотники бесшумно заняли позиции, даже мальчишка, к вящему удивлению Палыча, расчехлил винтовку. Время застыло в прозрачном воздухе, а потом неожиданно разбилось звучным выстрелом. Палыч аж подпрыгнул на месте от удивления. Лось же вскинул голову, напрягся пружиной и рванул с места. Вслед ему грянуло еще два запоздалых выстрела, Сахат избился с шага, неловко захромал, растворяясь среди деревьев. Важный гость, с багровым от негодования лицом, повернулся к своему отпрыску и отвесил ему смачную оплеуху к удовольствию Палыча. пацаненок от неожиданности покачнулся и вытаращил на отца удивленные серо-голубые глаза. Взвыл обиженно. «Па, ты чего?» «Ты какого хрена первый стрелять начал, дебила кусок?» Выплюнул ему в лицо отец. И попасть не смог. И лося спугнул. «Вы, Роман Борисович, погодите мальчика своего ругать!» Угодливо произнес Олег Анатольевич. «Переволновался Матвейка. С кем не бывает. Он же первый раз с вами на охоту приехал. Правильно? А лося выследить можно. Да, Палыч? Тем более, он ранен. Палыч, как думаешь, куда лось направился?» Лесник сморщился, изображая трудный мыслительный процесс, и ответил «Видать, к чертовой заимке подался». «Ну так давай за ним, пока он далеко не ушел!» Олег Анатольевич нетерпеливо ткнул Палыча в плечо. «Близко она, заимка эта!» «Недалеко, да только нехорошее там место, гиблое». «И чем же оно гиблое?» поинтересовался Роман Борисович. «Раз лось туда подался, значит, не такое уж и гиблое». Палыч краем глаза заметил, что Матвейка опять выудил из кармана смартфон, пользуясь тем, что внимание отца сосредоточилось на другом. «Лось — лесной зверь», — уклончиво ответил лесник. «Лес — его дом. На чертовой заимке всякий зверь свое убежище найдет. А человек погибель. «Палыч, да ты о чем?» – удивился глава района. «Что там такое-то? Трясина? Секретная база инопланетян? Сколько к тебе на охоту езжу? Ни разу ни о какой заимке от тебя не слышал». «Не трясина там, конечно. Хотя места топкие попадаются». Палыч недовольно покосился на пацана, снимающего видео смартфоном. «Местные говорят, что там водит». Запросто заплутать можно. Народ там вроде пропадал. В каком смысле водит? Не понял долговязый важный гость. Кто водит? Черт лесной. Морочит голову человеку и заставляет блуждать до да погибели. Палыч, ну ты даешь! Воскликнул Олег Анатольевич. Удивил так удивил. Вроде здравомыслящий мужик, а такую ахинею несешь. И пока ты ее тут несешь, лось-то все дальше уходит. Где она? Заимка-то эта чертова. Да тут, рядом. Эх. Обреченно вздохнул лесник, осознав, что от гостей не отвертеться. С километр будет. Все равно я бы туда не совался, Олег Анатольевич. Тем более с мальчонкой. Пару лет назад был случай. Браконьеры в наше лесничество забрели не из местных, со стороны откуда-то. Забрели на чертову заимку, за косулей пошли. Видать, да там неделю проплутали. Один так и сгинул бесследно, а второго я по счастливой случайности нашел недалеко от заимки. Утром умом тронулся. Такое рассказывал, волосы дыбом. «Да за неделю-то в лесу не мудрено умом тронуться», — резонно заметил Роман Борисович. «Но вы-то с нами. Значит, нам такая участь не грозит. Вы же хорошо знаете свои владения». «Да уж, Палыч, хорош трепаться-то», — поддакнул гостю глава района. «Идем лучше за лосем, пока не поздно». «Да как скажете», — пожал плечами Палыч. Чертовой заимкой называли неглубокую котловинку в лесу, куда сбегали три лесных ручья, наполняя небольшое озерцо, из которого вытекала лесная речушка и бежала куда-то среди молчаливых сосен, теряясь в чащобе. Лес здесь становится особенно мрачным, угрюмые ели простирали свои колючие лапы над землей, отрезая ее от солнечного света, корявые пыни покрытые мхом, казались диковинным зверьем, выбирающимся из-под земли, щедро приправленной прошлогодней мертвой хвоей. Палычу случалось бывать здесь лишь мимоходом, и лишь однажды они вместе с егерем рискнули забрести чуть дальше, когда искали сгинувшего в здешних лесах охотника-браконьера, да только быстро поняли, что никого не найдут. Испарения от земли дурманили кружили голову, ноги в самых неожиданных местах вязли в болотной жижи, укрытый толстым слоем мха. А гадюк тут оказалось, как в Серпентарии. Пруд пруди. Тут змей полно, предупредил лесник гостей, осторожней, под ноги смотрите. Класс! восхищенно прошептал пацан, не расстающийся с мобильником. Мы идем в настоящую долину змей! Будет круто! Не переключайтесь!» На этот раз папаша, как ни странно, отпрыска не одернул, то ли махнул рукой на это бесполезное занятие, то ли решил, что гаджет в руках сынка гораздо безопаснее ружья. Над чертовой заимкой стояла неприятная огулкая тишина, и каждый посторонний звук разносился повсюду, Множился, наслаиваясь сам на себя. Темные, корявые стволы деревьев застыли в хищных позах, словно приготовившиеся к броску чудища. Палыча невольно пробрал озноб, и он, поежившись, засунул руки поглубже в карманы штормовки. Неподалеку треснула ветка, выдав присутствие кого-то крупного, но скрытого от глаз зарослями багульника и крушины. «Кажется, я его вижу», – тихо произнес Олег Анатольевич, делая осторожный шаг вперед. Ноги, оказавшись на склоне, внезапно заскользили по влажному мху. Глава района неуклюже взмахнул руками, удерживая равновесие. Судорожно обхватил руками корявый стволик осины. В глазах на мгновение поплыла котловинка, на краю которой они все стояли, будто тянула его. Засасывало внутрь. Он скользнул взглядом по возвышающимся впереди деревьям, с досадой отметив, что принял за спину лося какую-то зателевую корягу, скрытую зарослями крушины. Что скажешь, Палыч? спросил он, уже не таясь и не боясь спугнуть зверя. Куда дальше идти? Не получив ответа, оглянулся и застыл в растерянности. Позади него высилась зеленая стена кустарника, а спутники вместе с лесником будто растворились, сожранные зарослями. «Палыч! Роман Борисович! Вы где? Эй!» – крикнул он. Его голос подхватило эхо, насмешливо передразнило и унесло вдаль из-под ног серой лентой Выскользнула змея, извиваясь, скрылась среди покрытых мхом осклизлых коряк. Олег Анатольевич переступил с ноги на ногу, оглянулся по сторонам, ища взглядом спутников. Но его со всех сторон обступал молчаливый лес, плотно взяв кольцо. Дорогие зрители, расскажите в комментариях о вашей встрече со змеями в лесу. Может быть, это станет будущей историей. «Спасибо». «Матвей, не отставай!» – кинул сыну Роман Борисович, делая шаг вниз по склону. Глава района и лесник шли чуть впереди, их уже отсекли потревоженно качающиеся ветви осин и крушины. Роман Борисович притормозил и оглянулся, проверяя, где его сын. Подросток забывал обо всем на свете, если утыкался в смартфон. Никакие попытки вытащить этого обормота в реальный мир не помогали. Даже давно обещанная в подарок на день рождения охота не исцелила парня к разочарованию отца. И это вот наследник бизнеса. Прости, господи, даже сюда, в глушь, этот мелкий гаденыш, вопреки просьбам, умудрился прихватить гаджет, чтобы снимать сюжеты для своего видеобложика. Недоделанный видеоблогер, мать его. «Матвей, ты где?» – крикнул бизнесмен, не увидев поблизости сына. Куда ни глянь, взор натыкался на враждебно ощетинившиеся заросли и шершавые еловые стволы. Роман Борисович негромко выругался и повернулся к спутникам, собираясь предупредить, чтобы они не уходили никуда и подождали, пока он не найдет этого прыщавого обормота. Но и тех, след простыл. «Эй!» – возмущенно воскликнул мужчина. «Подождите! Вы где? Эй! Нам тут помощь нужна!» Чищоба жадно проглотила его крик и снова погрузилась в тишину. Красноголовый дятел высоко над головой выбил по стволу барабанную дробь. «Матвей, ты где, гаденыш?» Раздраженно выкрикнул Роман Борисович, и его голос Нарушив тишину, заставил птицу сняться с места и перелететь дальше. Горло подкатило нехорошее ощущение, стиснуло, перекрывая дыхание. Олег Анатольевич! Петрович! Трикнул в заросли бизнесмен, от волнения напрочь забыв, как зовут лесника. Рядом треснуло сухое дерево, покачнулось, будто бы призадумавшись, а потом стало медленно заваливаться в сторону мужчины, грозя придавить его стволом. Он успел отскочить в сторону, зацепился ногой за корягу и рухнул на мягкий влажный мох. «Ух ты!» Матвей коснулся пальцами экрана смартфона, увеличивая попавшуюся в фокус замшелую кочку, на которой, свернувшись аккуратными колечками, затаилась змея. Приплюснутая треугольная головка неподвижно возвышалась над телом. Гадюка пристально изучала вторгшихся в ее владение гостей, раздвоенным языком прощупывая воздух. «Змея! Смотрите! Вот она!» Мальчик оторвал взгляд от экрана и посмотрел на реальную кочку. Недоуменно нахмурился, очка была пуста. Не понял, уползла что ли блин! Матвей глянул на экран мобильника и с удивлением обнаружил, что змея по-прежнему сидит на месте. Что за фигня хм", хмыкнул он. Прикиньте, ребят, какой глюк. Я сейчас посмотрел на кочку, и змея типа пропала. А на самом деле, не пропадала, я сейчас ее поближе сниму. Он осторожно двинулся к кочке, увлеченный процессом съемок, и, позабыв обо всем остальном, склонился поближе, снимая гадюку во всех подробностях. Замер, завороженный рисунком чешуи и неподвижным взглядом янтарных глаз. Вообще зашибись, да? – восхищенно прошептал Матвей и перевел взгляд на кочку. Радостная улыбка померкла, на лице проступило недоумение. Кочка снова была пуста. Он кинул взгляд на экран смартфона, и его глаза изумленно распахнулись. Змея по-прежнему сидела на кочке. Его взгляд заметался от экрана к кочке, попытки понять, что происходит. Сердце учащенно забилось. Че это за фигня? Ребят, тут что-то странное. На экране змея есть, а на самом деле нет. Пояснил Матвей для своих зрителей и протянул руку к кочке. Экранная змея вдруг дернулась, приподняла голову. Матвей, затаив дыхание и приоткрыв рот, продолжал осторожно приближать палец к тому месту на кочке, где сидела змея на экране. Та предостерегающе зашипела и вдруг пружиной выстрелила вперед и вверх. Завопил испуганным Матвей, неуклюже отскакивая в сторону. Смартфон выскользнул из руки и кувырком полетел в мох. Сам же владелец, отскочив на несколько шагов, наткнулся спиной на ствол сухого дерева. Гнилая древесина, не выдержав напора, треснула, и дерево стало заваливаться на бок, увлекая потерявшего равновесие подростка. Палыч сделал несколько осторожных шагов по скользкому склону, отбиваясь руками от гибких ветвей молодой поросли осин, но одна особо зловредная ветка выскользнула из-под руки, сердито хлестнула по лицу, норовя попасть в глаза, как пощечину отвесила холодной ладонью. Лесник зажмурился, чувствуя, что глаза все же запорошило ссором. Бормоча ругательство под нос, он осторожно потер уголок века, стараясь извлечь соринку с минимальным ущербом для глаза. Проморгался немного, а потом повернулся на идущих следом гостей. Сердце ухнуло вниз, а потом застучало с бешеной скоростью. Он стоял совершенно один среди лесных зарослей. Понимая, что это бесполезно, он все же позвал по имени-отчеству и самого, и его дорогого гостя. Чаще жадно проглотило его голос и злобно ощерилась на него ветками. Над чертовой заимкой повисла гнетущая тишина. Палыч поднатужился вспомнить слова какой-нибудь молитвы, но не сумел. Верующий из него был так себе. А сейчас особенно мысли спутались клубком, давили изнутри на голову. Знал бы молитвы, ни одну все равно не вспомнил бы. «Не надо было сюда соваться», – назидательно сказал он самому себе, снимая ружье с плеча. Может, он и суеверный дурак, над которым только посмеяться, да только и ситуация необычная, а значит, и действовать надо соответствующе. Он положил ружье на землю и принялся расстегивать пуговицы на штормовке. Олег Анатольевич орал в чищобу, сложив руки рупором. Полыч! Роман Борисович! его уже сипел и срывался, но никто ему не отвечал. Крики глохли в зарослях, вязли в тишине, где-то в кронах деревьях насмешливо каркнула ворона, завозилась, обламывая сухие ветки и роняя их вниз. На лбу мужчина крупной росыпью проступила испарина, аромат багульника лез в нос, сбивал ноздри и дурманил голову. Олег Анатольевич повернулся вокруг своей оси, пытаясь определить, с какой стороны они подошли к этой заимке, но не смог. Заросли со всех сторон выглядели плотно и неприступно. В лесу он ориентировался из рук вон плохо и в своих охотничьих вылазках всегда ориентировался на палоче или его егере поэтому особо не утруждал себя запоминанием окрестностей. «Зачем Митрофанушке знать географию? Извозчик довезет!» Вспомнилось ему из юности ехидное высказывание школьной учительницы русского языка и литературы, а шуши вспыхнули при одном воспоминании. То-то бы сейчас старая карга над ним позлорадствовала в волю. В густых зарослях шевельнулось что-то крупное, треснули надломленные ветви, и все смолкло. «Палыч!» – окликнул Олег Анатольевич безо всякой уверенности. «Что же делать?» Искать выход самостоятельно или воспользоваться универсальным советом для потерявшихся, оставаться на месте и ждать помощи. Он полез во внутренний карман куртки и выудил мобильник. Включил. Подождал загрузки и негромко выругался. Связь отсутствовала. Впрочем, он же это и раньше знал, даже предупреждал референтов. Буду в лесничестве, вне зоны доступа. Имейте в виду, если возникнет что-то срочное. Но несмотря на это, он какое-то время тупо вертел гаджет в руках, надеясь на какое-нибудь чудо. Снова треснула ветка, потревоженно зашуршала листва, заставив мужчину насторожиться. Вдруг зверь. Заросли разошлись в стороны, открывая его взору фигуру лесника. Тот насмешливо уставился на главу района, лихо заломив на бок нелепую шляпу, к тулье которой пристала еловая веточка. Губы Палыча расползлись в издевательской усмешке, он выставил руку вперед и поманил ошалевшего от такой наглости главу района пальцем, а потом сунул два пальца в рот, пронзительно свистнул и пока Олег Анатольевич соображал, что к чему, развернулся и вломился в заросли. «Эй, Палыч, ты белины что ли объелся?» – воскликнул глава района, когда дар речи возвратился к нему. Никогда прежде он не видел лесника в таком состоянии, будто дуревшего. Однако тут же сорвался следом за палычем, стремительно растворяющимся среди сочной зелени. Дурно или нет, но лесник... Единственный человек, который знает местность. «Палыч!» – окликнул Олег Анатольевич, маячившего впереди лесника, надеясь вернуть тому адекватное состояние. «Ты мне брось шутки шутить, а то в миг должности лишу. Тот даже не обернулся, проигнорировав угрозу. Олег Анатольевич скрипнул зубами, стараясь не отставать от шутника. Он не замечал, как пружинит и чавкает под ногами земля, покрытая мхом. На автомате отмахивался от веток, норовящих хлестнуть по лицу. Внимание полностью сосредоточилось на мелькающей впереди штормовке лесника и его нелепой, непонятно откуда взявшейся шляпе. Палыч вывел его из зарослей на открытое пространство, внезапно с кошачьей ловкостью сиганул вперед на большую кочку, окруженную стоячей болотной водой, и с широкой улыбкой повернулся к спутнику, театральным жестом раскинув руки в стороны, мол, смотри, как я могу. Олег Анатольевич замер на месте, тяжело отдуваясь после пробежки по сильно пересеченной местности, под струился по лицу, заливал глаза, перед которыми танцевал рой мушек. «Палыч!» Выдохнул он, недоуменно разглядывая лесника, и сокрушенно покачал головой, не в силах выразить мысли словами. Палыч осклабился, склонил голову на бок и внезапно произнес совершенно чужим лающим голосом. «Шал-шал, шел, да нашел, да опять потерял!» громко хлопнул в ладони и исчез. Олег Анатольевич испуганно вздрогнул, завертел головой, ища шутника взглядом, но увидел лишь трясину, расположившуюся среди ярко зеленых кочек. Он испуганно попятился, холодея от мысли, что одному ему обратной дороги не найти, оступился и кубарем скатился в холодную болотную жижу. Роман Борисович Поднялся с земли, отряхнул налипший на одежду ссор и снова громко крикнул. — Эй, меня кто-нибудь слышит? Папа! — раздалось из зарослей. — Ты где? — Матвей! — Стой на месте, я иду к тебе, — ответил мужчина и, нещадно сминая лесную растительность, вломился в кусты. Его сердито обступили комары, навалились дружной командой, норовя залепить глаза, забиться в ноздри, но он продолжал упрямо продираться вперед на голос сына. «Папа, это ты?» – раздалось позади него, и Роман Борисович замер удивленно. «Матвей, я просил тебя оставаться на месте. Говори со мной или пой, чтобы я слышал твой голос!» Ладно, согласился мальчик и запел странным, надтреснутым голосом. Шел солдатик из похода 902 -го года из Китая, из Китая. Роман Борисович в изумлении приостановился, ожидая услышать от своего отпрыска несколько иной репертуар но потом решил, что не так уж и важно, что он там подвывает, лишь бы пел и стоял на одном месте. Он больно ударился плечом, торчащая из мха коряга ощутимо ткнула его в бок, дыхание на мгновение перехватило, перед глазами вспыхнули искры, но Матвей тут же вскочил на ноги, подгоняемый одной пугающей мыслью. «Змеи! Тут змеи!» Он никогда раньше не видел их вот так, вживую, не отделенных от зрителей толстым стеклом террариума, поэтому не подозревал, насколько силен его страх. Мало того, Матвей был уверен, что не боится их вовсе. Он даже несколько раз смотрел видео на ютубе, где кормили этих тварей мелкими и не очень зверьками. И ему казалось, что это круто, иметь вот такую живность дома и скармливать ей мышат жуткое и одновременно завораживающее зрелище. Он даже заикнулся как-то о подарке на день рождения в виде змеи, но мать, узнав об этом, закатила истерику. И вот теперь, столкнувшись с гадами лицом к лицу в их мире, Матвей понял, насколько они омерзительны на самом деле. Скользкие, юркие, извивающиеся, ядовитые и опасные – казалось, останься он на одно лишнее мгновение лежать на земле, и они обязательно заползут к нему в рукава и за шиворот, а потом, может, и под кожу. Последняя мысль заставила его тело содрогнуться. «Папа, ты где?» — крикнул он. <рир>. Ответила откуда-то протяжно и хрипло. «Папа, это ты?» — спросил Матвей, оглядываясь по сторонам одни лишь заросли кругом, ни людей, ни змей. Мысль о змеях вызвала новый приступ паники. Он вспомнил, что они каким-то образом невидимы обычным человеческим глазом. Их видно только через камеру на его смартфоне. Мальчик наклонился и поспешно поднял выпавший из рук гаджет, снова включил камеру и стал водить телефоном из стороны в сторону, снимая все подряд снова донеслось из зарослей. Ветви затрещали под чьим-то натиском. Матвей опасливо оглянулся на звук, но увидев лишь колышущиеся деревца, он сделал судорожный вдох и медленно навел камеру телефона на этот участок леса. На экране смартфона, среди мельтешения веток, пока еще полностью скрытой листвой, проступило нечто огромное, покрытая бурой клокастой шерстью и увенчанная мощными лосиными рогами. Оно медленно и неотвратимо лезло сквозь заросли, передвигаясь на задних конечностях, Матвей попятился и пронзительно заорал. Мгновенно пропитавшаяся влагой одежда предательски потянула вниз. Олег Анатольевич панически замолотил руками повязкой грязи, Пытаясь найти опору и выползти из трясины. Помогите! Отчаянно крикнул он. Эй, палыч, кто-нибудь! Помогите мне! Над головой его злорадно звенели комары, со смаком чавкала жижа, потихоньку затягивая его все глубже: ни души. Никто не придет на помощь, не спасет. Вот и настал конец. Здесь. Среди этого чертова лесничества, в нескольких километрах от оставленного сторожки внедорожника, как же глупо, съездил поохотиться называется. Будь она неладна, охота это. лучше бы в баню сходил, я не могу умереть вот так, подумал он в беспомощности и отчаянии. У меня должность, не хочу умирать, я не готов. Господи, я не готов. Пожалуйста, помоги мне. Я сделаю что угодно, слышишь? Что угодно. Хочешь, я все верну. Все верну. Господи, только помоги мне. Трясина голодно чмокнула и потянула его вниз. Олег Анатольевич застонал. Потянулся рукой к торчащей с ближайшей кочки палки, но расстояние до нее было слишком большим. Холодная вода коснулась его подбородка обхватила шею, увлекая глубже и глубже. Его лицо исказило гримаса ужаса и безысходности. Ноздри щекотал гнилой запах болота, говоривший о смерти и медленном разложении. Все, что попадало в трясину, неизменно погружалось на дно и консервировалось там, становясь частью болота, и ему суждено погрузиться на дно и медленно тлеть под слоем грязи. Вода поднималась все выше, холодила лицо, подбиралась к ноздрям. Он запрокинул голову вверх, стараясь продлить себе последние секунды существования перед кратковременной агонией и неизбежной смерти. В его лицо заглянуло небо, подглядывающее за человеческой драме в разрыве облаков. Руками он продолжал отчаянно шарить в поисках спасения, но уже не надеялся и не верил. Песня про солдатика внезапно смолкла. Также внезапно расступились заросли, выпуская его на небольшой пятачок. Роман Борисович остановился, чуть склонив голову на бок и пытаясь уловить еще какой-нибудь звук, кроме настырного комариного писка. Не услышал. Горло подкатило раздражение, застряло комком, мешая дышать. Воображение нарисовало подростка со смартфоном в руке, засевшего где-то в зарослях, из-под тяжка снимающего очередной видосик для бложика. «Глядите, ребята, какой у меня папа смешной!» Ну, или как там они сейчас общаются между собой? «Матвей!» – позвал он сына, сдержав волну раздражения. «Я тебя больше не слышу! Значит, и найти не могу!» «Я же просил не молчать! Не время шутить и придуриваться!» Откуда-то справа послышалось приглушенное сдержанное хихиканье. Накатила новая волна раздражения. Вспыхнула багрянцем на щеках. «Ну погоди, дебила, кусок! Я тебе сейчас покажу и видосики, и лайки в тиктоках!» Роман Борисович развернулся и решительно двинулся в сторону хихикающего шутника, где бы он ни засел, с гаджетом. Лесная тишина с треском лопнула, что-то горячее впилось в плечо, опрокидывая его навзничь, боль растеклась вниз по руке. Свет стал тусклым, словно солнце внезапно заволокло густыми тучами. Роман Борисович запрокинул голову и закричал. В руку ему ткнулось что-то твердое, и Олег Анатольевич тут же вцепился в этот предмет, преодолевая сопротивление трясины, подтянул вторую руку и тоже ухватился ею за внезапно подвернувшуюся опору, подтянулся, стараясь выползти, и почувствовал, как мерзкое болото отпускает его. Пропитавшаяся грязью и водой одежда липла к телу, сковывала движение. Болото мерзко чавкало, будто смаковала добычу, не желая расставаться с таким лакомым куском. «Все верну!» – всхлипнул Олег Анатольевич, пытаясь то ли задобрить Бога, то ли договориться с чертом. «Все верну! Обязательно! Только выберусь! Мне нельзя тонуть! У меня должность! Нельзя! Я все верну!» Болото, точно задумавшись, помедлило, удерживая его в трясине, потом с громким чавканьем Отпустила. Олег Анатольевич завозился, выползая из зловонного плена и, всхлипывая, пополз на четвереньках прочь, подальше от жуткого места, чуть было не ставшего его могилой. Жуткая, огромная тварь, проломив стену из веток, выбралась на небольшую полянку и замерла, демонстрируя Матвею свой безобразный облик. Мощное тело, покрытое длинной бурой шерстью, угловатую голову, увенчанную ветвистыми рогами. Большие, подернутые сизой дымкой глаза уставились прямо на подростка, мертвой хваткой вцепившегося в смартфон. Тот безотрывно смотрел на экран и вопил в ужасе, глядя на монстра, стоящего всего в десятке шагов от него. Лесная тварь медлила, не нападала, и не уходила. Выжидала чего-то и пугала до одури. Матвей пятился и пятился, пока не оступился и не сел задом на кочку. Что-то твердое ткнуло его в спину, будто привлекая внимание. И мальчик вдруг вспомнил об отцовском подарке на днюху. Винтовка! Папа подарил ему винтовку, чтобы он поехал на охоту. Матвей замер широко распахнутыми глазами, не зная, как действовать дальше. Чтобы снять винтовку с плеча и расчехлить, нужно положить смартфон хотя бы ненадолго. Матвей жалобно заскулил от такой безрадостной перспективы, но все же, сделав усилие, положил гаджет на землю, торопливо снял отцовский подарок с плеча и расчехлил. Потом снова схватил смартфон, проверяя, что делает тварь на экране. Жуткое существо стояло на прежнем месте, чуть склонив на бок увенчанную рогами голову. И вдруг, издав утробный рык, ринулась вперед на Матвея. Тот испуганно взвыл, роняя на землю смартфон, зажмурился и выстрелил. Голое тело от макушки до пят покрылось мурашками, но Палыч Старался не обращать внимания на неприятные ощущения. Старательно вывернул трусы наизнанку и торопливо надел их задом наперед. Конечно, в лесной глуши его никто не видит, но он все равно стеснялся своей ноготы и того, что вынужден сейчас делать. Глупо это все, бабьи сказки какие-то простонародные суеверия, которые здесь, в этом месте по нелепой случайности имеют особую силу. Палыч об этом никогда никому не рассказывал, не будучи трезвым, не даже в стельку пьяным, и егерю запретил. Да тот тоже не дурак, чтобы такое озвучивать. Это Госи Игорек. Рабочий подсобный, из местных, тот по простоте душевно делился народными знаниями, но теперь и он не расскажет. По дуре и неосторожности нарвался на кабаний клык год назад. Со всяким может случиться. Негромко матерясь и теряя равновесие, лесник надел задом наперед вывернутые наизнанку брюки, натянул футболку и успевший пропитаться влагой свитер. Все строго наизнанку и задом наперед повел плечами, ощущая неудобство от неправильно сидящей на теле одежды. А черт его знает, как это работает, но в самом деле помогает. Гося говорил, мол, это чтобы нечистую силу запутать, чтобы она, сбитая с толку, от тебя отвязалась. Дурачок суеверный, да только ведь исключительно благодаря ему они тогда с егерем отсюда выбрались, потому что Гося все уши прожужжал, что не раз на заимке был и всегда выбирался, потому что способ знает» не верит Палыч в нечистую силу. Нет никакой нечисти на чертовой заимке. Ни он, ни кто-либо другой никого здесь не встречали, кроме зверья. Даже Гося не видел, просто верил и по-своему объяснял эту неведомую силу, что здесь стоится и водит заблудившегося, мозги ему дурит, показывает всякое, и не лишь бы что, а каждому по уму и вере его. У кого что в голове и на сердце, ох, не нужно было сюда соваться, но самому разве откажешь? Хозяева жизни к отказам непривычные. Егерева тоже порой от беззакония зубами скрипит, но терпит, потому что никуда не денешься. Лес в угрюмом удовлетворении наблюдал перевоплощение Палыча. Тот наклонился, заваляющийся на земле штормовкой, и в этот момент тишину разорвал выстрел. Эхо прокатилось по окрестностям, раздробилось причудливо, искажая само себя, перекликаясь, затем истаяло и снова повисло неприятное, какая-то вибрирующая тишина. Лесник сокрушенно покачал головой. Понимая, что не к добру прозвучал выстрел, подобрал штормовку и потянулся за сапогами. Поменял их местами, вдел ноги и притопнул на месте, чтобы обувь села поудобнее, если вообще можно говорить о таком удобстве. Когда обулся не на ту ногу, вывернутую наизнанку штормовку, он тоже напялил задом наперед и даже исхитрился пару пуговиц на спине застегнуть, лихо заломив руки назад. Ох и красавец, любо дорого посмотреть. Цирк Шепито, хорошо, что никто не видит. Вот тогда, когда браконьера искали, им тоже с егерем пришлось переодеваться. Смешно вспоминать и стыдно, но сработало. Выбрались сами и браконьеры этого, свихнувшегося, выволокли. Тот, судя по виду, неделю блуждал по окрестностям, чем питался, черт его знает. Да и не задумываться лучше, потому что дружок его совсем сгинул, с концами, а у выжившего бурые пятна на одежде были, да и выскочил он на них на четвереньках и рычанием, как дикий зверь. Кусаться пытался, пришлось его усмирить прикладом по хребтине. При воспоминании по телу забегали мурашки, и Палыч провел рукой по седой шевелюре, будто стряхивая одолевшие его мысли выпрямился, перекинул ружье за спину и огляделся. Лес будто бы слегка расступился и посветлел. А может, просто распогодилось немного. Ну с богом, что ли? Пробормотал он себе под нос. Огляделся по сторонам, определяясь направлением, откуда недавно слышался выстрел. Полить, кроме нежданных гостей лесничества, на заимке было некому. Значит, в ту сторону и нужно идти. Тварь пропала с экрана смартфона, но Матвей продолжал хаотично водить гаджетом по сторонам, опасаясь появления этого или какого-то другого монстра. Вокруг него слышались невнятные звуки, словно мальчика со всех сторон обступали призраки. Они то сдавленно стонали, то торопливо шептали что-то неразборчивое, то в камеру телефона не попадали. И это нервировало. Матвей всхлипывал, крутился на одном месте, обшаривая окрестность одним глазом, которому теперь всецело доверял камере телефона. Ни своим собственным глазам, ни ушам он больше не верил. Чудовища заколдовали их, а камеру не смогли. Значит, она поможет ему выбраться отсюда. Вот только он всех монстров победит, тогда включит видео, которое снял по дороге сюда, посмотрит внимательно и поймет, как ему идти обратно. Вот так все просто. Матвей даже засмеялся от облегчения, принесенного этой мыслью. Неподалеку кто-то шумно протяжно выдохнул, и Матвей резко оглянулся, навел камеру в этом направлении и даже вскрикнул от неожиданности и страха. Монстр был рядом, притаился за корягой и выжидал. «Я тебя вижу», – прошептал Матвей, запоминая положение существа. «И я тебя убью!» Он отложил смартфон на мох рядом с собой и поднял винтовку. Ноги Палыча одеревенели, налились такой противной слабостью, что даже поджилки затряслись. В голове его черепушку из раненой птицы билась одна отчаянная мысль. «Да не стой же ты, сделай хоть что-нибудь!» А ноги никак не хотели слушаться. Точно лесное колдовство, чем бы оно ни было. Опять настигло его, несмотря на переодевание. На его глазах разворачивалась поистине безумная картина. Важный для всего района гость лесничества лежал, распластавшись на земле, таращил бессмысленно глаза в небеса, но вроде был жив. Так, во всяком случае, казалось перепуганному Палычу со своего места. Мальчишка, сын Романа Борисовича, сидел в нескольких метрах от него, с клокоченной чумазой, с безумно выпученными глазами, трясся, Схлипывал и держал на прицеле еще одного фигуранта, самого главу района, сидевшего в обнимку с корягой. Выглядел сам более чем жалко, грязный, как черт, дрожащий и что-то бормочущий под нос. Вот пусть пацан его пристрелит, как и папашу. Мелькнула в голове лесника лукавая мысль. Так им надо хозяевам жизни этим. И тут же, будто наперекор нечистому, Палыч сорвался с места, подскочил к Матвею и носком сапога поддел винтовку, выбивая ее из рук мальчишки. Грянувший выстрел потревожил еловые лапы и ушел в пустоту. Матвей заскулил, испуганно сжимаясь в комок. «Хвати тебя за ногу!» вырвалось у лесника. Он сделал несколько шагов в сторону к коряге, у которой сидел Олег Анатольевич, и обессиленно плюхнулся на нее задом. Еще раз окинул троицу, свихнувшихся гостей, растерянным взглядом и прикрыл ладонями глаза. В голове было пусто, как в карманах перед авансом. «Что с ними делать-то теперь?» – подумал он. «И как все произошедшее объяснять?» Как пить дать? Меня во всем виноватым и сделают. Все верну. Пробормотал рядом глава района, больше похожий на болотную кочку, чем на чиновника. Все верну, все. Палыч кинул на него короткий взгляд и хмыкнул. Хм, угу, вернешь, как же, дождешься от вас. Одних неприятностей только. Из глубины души мутью поднялась злость, и как и ни странно, она разогнала туман в голове, дала возможность выстроить какой-то четкий план в голове. Как ни крути, но гостей надо вызволять, значит, надо сгонять за внедорожником товарища чиновника, подогнать поближе к заимке, насколько это возможно, и грузить, но только не убитую дичь, а самих горе-охотников». А там, Пусть в районе разбираются, что да как. Быть, конечно, ему Палычу виноватым, но тут уж ничего не поделаешь. Кому сгореть, тот не потонет. Он вздохнул, наклонился к Олегу Анатольевичу и пошарил по его карманам, тая надежду, что ключи от машины он не обронил в своих скитаниях по болотам. Вздохнул с облегчением, когда нащупал пальцами брелок, выудил его из кармана и отер от грязи, решительно встал, собираясь в путь, и замер, скованный ужасом. В десятки метров от него между двух елок стоял зверь, не из тех, что водится в их лесничестве, гораздо крупнее медведя, длинная бурая шерсть, покрывало мощное тело, крупная угловатая голова увенчалась громадными лосиными рогами, крупные глаза с поволокой изучали лесника с пристальным вниманием. Палыч закрыл глаза, медленно досчитал до десяти, надеясь, что морок за это время рассеется, открыл глаза и судорожно вздохнул. Лесной невиданный зверь по-прежнему стоял на месте, замер на задних лапах, вытянувшись во весь рост не шевелился и не издавал ни звука, и в этом его молчаливом стоянии было столько скрытой угрозы. Весь его облик словно говорил «Вы зашли в мои владения, нарушили мой покой, и теперь я не отпущу никого из вас в наказание вам и назидание другим». Никогда еще Палыч не чувствовал такого невероятного ужаса пропитавшего тело до кончиков седых волос, и вряд ли когда-нибудь ощутит, если выберется, конечно. На ум от чего-то пришел Гося, добрый и чудаковатый, вечно носивший с собой в кармане хлебную краюху, лесного хозяюшку угостить, чтобы не серчал. Может, не придурь это была вовсе, а Госина житейская мудрость. Ведь в тот злополучный день, когда кабан на него выскочил, забыл Игорек свою краюху на столе в сторожке. Может, осерчал на него хозяин за отсутствие угощения. А может, просто не уберег в тот раз. «Ты уж прости меня!» Промямлил Палыч, растерянно шаря по карманам в поисках хоть какой-нибудь дани лесному зверю. «Нас прости, мы не будем больше. Отпусти просто, и они не вернутся сюда. Это я тебе гарантирую. Видишь, как их проняло-то? Теперь поди, как лес завидят, штаны обделываться будут, если вообще в разум войдут». Он молк, выговорившись и иссякнув, осознал, что в отличие от Госи, не имел и не имеет привычки носить хлеб в кармане и не курит, как егерь, так что и табаку у него не будет. А значит, погибнуть им всем суждено на этой заимке отдать дань хозяину своими жизнями, и тем, кто виноват, и тем, кто подневольно сюда сунулся, не смеет отказать прихоти. В этот момент что-то попало ему под руку: какой-то шуршащий предмет в кармане. И Палыч с облегчением вспомнил о несъеденных за завтраком бутербродах, которые на всякий случай захватил с собой. Вот случай и выпал. Лесник пошарил руками по одежде, ища отверстие кармана, вспомнил, как ему пришлось нарядиться, чтобы избавиться от морока, поюлил и повыгибался, стараясь добраться рукой до кармана, оказавшегося теперь внутренним, не вышло. И он, плюнув, стащил себе штурмовку, выудил сверток, и, развернув, положил на бугорок, покрытый мхом. Тут же благоразумно отошел подальше, чтобы не попасть в лапы лесного хозяина. Неведомый зверь помедлил немного, будто оценивая подношение. Потом наклонился, протянул когтистую лапу, сгреб бутерброды и отправил в пасть, продемонстрировав ряды крепких и острых зубов, проворчал что-то глухо и предостерегающе и, сделав шаг назад, растворился в воздухе, все же помиловав незваных гостей чертовой заимки. Друзья, как вам история? Напишите свое мнение в комментариях и не забывайте подписываться на наш канал, ведь скоро вас ждут еще много разных историй.